Энергичные движения на свежем воздухе и заряд бодрости обеспечен. В городском округе провели мастер-класс «Танцы под открытым небом». Хореограф Ирина Корчагина показала химчанам несколько движений из аэробики и латиноамериканских танцев. Но сначала разминка. В первую очередь мы глубоко-глубоко вдохнем, наклонимся и потянем спинку. Потянули вверх замочек. Выше-выше ручки выпрямляем. Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости». Также информация есть в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.